Всем привет! С опозданием, но летим в Дубай. Аэропорт Восточной Македонии, Греции. Да, перелет у меня в Константинополь с опозданием 25 минут. Слава богу, времени есть. Дамы и господа, добро пожаловать в Константинополь. После 3 лет никаких изменений нет. Только погода не радует, пасмурно. Я в ожиданиях 8 часов до следующего полета. Так что встретимся в Дубае. Всем привет, друзья, из солнечного, шумного Дубая. Прилетел 18 апреля. Сегодня уже 22. Маленький обзорчик из отеля и несколько советов. В отеле, где остановился, на 6 этаже. Вот. Сейчас войдем внутрь. Шестой этаж. Номер 687. Открыли. Зашли. Цепочкой закрыли. Туалет. Все чисто, все блестит. А вот и я. Привет. Двуспальная кровать. Зеркало, телевизор новый, здесь диванчик, кстати, розетка английского типа, переходник на европейский, нажали кнопку и включили. Сейф, холодильник и рабочий стол. И вот такой вид открывается. Пальмы на крыше. Я прилетел в Дубай на 20 дней. Перелет был ночью. Там паспортный контроль и вам подарок. 1 гига интернет и работает на 24 часа. Хотел на метро, там было закрыто. Брал такси. Посадка в такси 25 дирхам. И что там сотчик напишет? Так. Это карта Silver. На метро стоит 25 дирхам, 6 дирхам стоит карта, остальное остается на счете. Интернет 5G, 10 гига, 149 дирхам, стоимость этой карты. У меня завтра утром в 11 экстрим, это будет сюрприз, так что остается отключиться и отдохнуть. И завтра увидимся. Пока на сегодня. Доброе утро, друзья. Утро начинается с метро. Баланс полный. И очень прохладно. Так. Нам нужно определиться, куда мы едем. Мне на эту станцию. Экскаватор. И поднялись. Он обещал. Сегодня будет экстрим. Зиплайн. Горка, километра, максимальная скорость 8 км в час. Я вам говорил, у меня сегодня зиплайн от станции метро DMCC до торгового центра Marina Mall пешком 9 минут. Стоимость 650 дирхам. Обязательно с собой брать паспорт. Зашел в торговый центр, именно здесь находится отдел регистрации на X-Line. Так что увидимся наверху. Друзья, качество видео не в таком высоком уровне. Так что вы можете поставить на паузу, перейти на другое видео, увидеть полет и опять вернуться сюда. Друзья, я это завершил. Минус в том, что их качество не в 4К. Я им попросил, но у них не выходит. То, что мне понравилось, то, что наверху очень прохладно. Оно не возбудило в меня страх. Всем снова привет из жаркого солнечного Дубая. Я выбираю в Дубае пока высоту. На сегодня будет дубайская рамка, Дубай Фрейм. Станция метро Макс. Стоимость 60 дирхам. Да, я это не ожидал, но уже толпа туристов, как видно. Да, и пару слов. Архитектор Фернандо Донис.
Начало строительства в 2013 году. Завершение 1 января 2018 году. Стоимость 230 миллионов дирхам. Высота 150 метров. Мало туристов, так что вперед. А то после хуже будет. Вот такая здесь очередь, заманчивает туристов, чтобы их сфотографировать. Это какой-то музей. Как был Дубай. Старый город. Продавец предлагает. А вот здесь показывают начало строительства города. Люди боятся, как видно. Да, очень красиво, постарались. Да, друзья, рамка символизирует границу старого и нового. С этой стороны уже видно новый город, Бурдж-Халиф, небоскребы. Вот. Кафешка здесь.
и толпа туристов. Ну да, постарались. Душно как-то. Пора к выходу. Очень шумно, много туристов. И очередь здесь в хорошем виде. Наконец-то. А это уже развитие Дубая. Скоро все вот так будет. Здесь можно приобрести сувенирчики. Цены не указаны. 200 дирхам, 199. Семьдесят два сорок пять. Футболка 82.95 дирхам, конечно. 262.50. Вот цена. 290. Друзья, думаю, хватит, пора на выход. Менять локацию. Вот она, высота рамки. Скоро будет жарище. Музей будущего. Смотрите, что здесь творится.
толпа туристов. Детский мир. Снаружи вид лучше, чем внутри. Что красиво, да, и согласен, но оно внутри не для меня. Всем пока, продолжение следует.